Одна минута и три свежие армейские новости. С вами Анна Чижлитыш. Добрый день. В Минске прошло заседание совместной коллегии Министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации. Мероприятие было проведено в формате видеоконференции. В ходе встречи стороны подвели итоги работы за прошедший год, а также обсудили вопросы организации стратегического учения «Запад-2021». Свой день рождения отметила Северо-Западное оперативное командование. Сегодня это один из ключевых элементов вооруженных сил. Подразделения СЗОК ведут активную боевую подготовку, участвуют в маневрах уровня «Щит Союза» и «Запад». В нынешнем году один из механизированных батальонов успешно выполнил задачи на полигоне «Капустин-Яр» в составе многонационального контингента на стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020». На базе 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады завершился чемпионат вооруженных сил по мини-футболу. В турнире приняло участие свыше 10 команд со всех уголков страны. Победитель – сборная сил специальных операций. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра на YouTube-канале ВНТВ Беларуси и в наших социальных сетях. До встречи!